В Ростове-на-Дону в мультимедийном историческом парке «Россия. Моя история» состоялся первый конкурс «Девушка-весна», посвященный Наврузу. Организаторы конкурса – азербайджанская национально-культурная автономия. Инициативу донских азербайджанцев поддержали и в правительстве Ростовской области. На нее откликнулись регионально-культурно-национальные центры и объединения, участники этнообразовательного проекта «150 культур Дона». Конкурс «Девушка-весна» понравился и участникам, и зрителям, значит, можно надеяться на новый, уже в будущем году.